Первым делом на встрече с главой республики спикер парламента отмечает преобразование в регионе. Дуква Абдурахманов рассказывает, несмотря на каникулы, депутаты встречаются с жителями, причем даже самых отдаленных уголков региона. Везде кипит работа, строятся мосты, дороги, что, по словам спикера, не остается и без внимания гостей. Председатель парламента Дуква Абдурахманов отметил, народные избранники работают по нескольким направлениям. Это и выступление в Госдуме с инициативой о внесении изменений в закон о реабилитации жертв политических репрессий и в земельный кодекс. Обсудили и вопрос определения границы с Ингушетией. Дуква Абдурахманов представил на рассмотрение Рамзану Кадырову состав комиссии, которая будет заниматься решением ситуации. Законодательство держащие из 83 субъектов Чеченская республика, Республика Ингушетия, вот, административная граница вот, ца республики, а, так, федеральный закон снистер, хлариза, хаста, лахтли лош болчанна, ше доз мечату эл, лахтли лош болчанна, ханште болчанна, указание елчкана, тотхаш метхдэлла, а распоряжение агаца, ше, если бог бадюль дэлир, то целая рабочая группа уша, кехта, архивная кехч, уадок, куша, Картен Швадокш, о, Бог болен, ахтай предложение, чин рабочий группу, хар комиссии, Колар, Эл, Мухаммад, чин глава администрации, Давуд, Цидили Муханов, Адам, Цид, Дагаду, Эл, Охон, распоряжение, кетча из состава комиссии, Нирова. Рамзан Кадыров отметил четкое определение границы между двумя регионами, долг перед будущими поколениями. При этом не может быть речи о каком-либо конфликте между двумя братскими народами. Это немыслимо внутри одной страны. Любой вопрос будет решаться в правовом поле. В составе комиссии по поручению главы собраны лучшие в этом вопросе, и они будут конкретно заниматься каждым пунктом. В случае необходимости в обсуждение включится и федеральный центр. Рамзан Кадыров отметил, что в разрешении этой ситуации необходимо взаимодействие с ингушской стороной. Кич о халк изи, не вы конкретно дан, каждый кирт язык.
Открыто, прозрачно, чтобы народ Чеченской Республики знал, народ Ингушетии. Чтобы они все знали, о чем мы говорим и что происходит, как идет ход работы. Любой Кирилл Дагович, интернет, Чуахдош, все прозрачно. Каждое совещание, встреча записывает историю. Духа Абдурахманов отметил, что комиссия тщательно подойдет к этому вопросу и постарается решить его не в ущерб чеченскому народу, не братским отношениям. Магомед Изидов, Заур Магомадов, при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.